60-летию Второго съезда партии была посвящена научно-теоретическая конференция, состоявшаяся в Петрозаводском университете. Конференцию открыл ректор университета Владимир Васильевич Стефанихин. Славный путь борьбы и побед прошла Ленинская партия за минувшие 60 лет. Об этом говорили заведующий кафедрой истории КПСС доцент Силин, доцент Карельского педагогического института Спиридонов, кандидат исторических наук Богданова. Юбилей партии – праздник всего народа. Июньский пленум ЦК КПСС с новой силой подчеркнул все возрастающую роль партии как вождя советского народа в его победоносном движении к коммунизму.